Хайбулинском районе ликвидировали самый крупный пожар в республике. Его площадь составляла 1300 гектаров. Об этом сообщает управление МЧС по Башкортостану. Также потушен лесной пожар в Зилаирском районе. Возгорание произошло на площади в 440 гектаров. На сегодняшний день в регионе остаются действующими 17 очагов на более чем 2000 гектаров. Больше всего очагов 13 в Бурзянском районе. В Хайбулинском, Зилаирском, Зианчуринском и Белорецком районах по одному. В борьбе с огнем задействованы около 1000 человек и 275 единиц техники. Кроме того, в тушении пожаров участвует более 500 добровольцев. По информации Башгидрометцентра, пожароопасный сезон в республике все еще сохраняется. Через неделю ожидается снижение его класса опасности.